Неделя на сбор. Александровцы в сжатые сроки собрали средства на приобретение автомобиля. Прямо сейчас буханка под управлением участника СВО движется на юг выполнять боевые задачи. Подробности в сюжете Кристины Григорян. Полгода на фронте сильно перестроили жизненные позиции бойца с позывным «Граф». Поэтому заслуженный двухнедельный отдых, который можно было бы провести в кругу семьи и близких, мужчина потратил на подготовку техники для спецоперации. Ходовая часть. Конкретно на той местности необходима та же грязевая резина. Ну, преимущество однозначно. Есть вся механика, то, что, скажем, кузов немножко гнилой, ну, как бы все УАЗики у нас такие. Поэтому роли никакой не играет. Задача выполнять боевую свою будет, и уже на этом хорошо. Подвоз продуктов, воды и спецоборудования, эвакуация раненых и травмированных, транспортировка личного состава. Вот она, вторая жизнь заполярного УАЗика. На приобретение машины было брошено немало сил. Средства на покупку, а это ни много ни мало 400 тысяч рублей, собирали по знакомым и коллегам. Одним из таких людей оказалась Екатерина Коломийцева. Она-то и вышла с обращением в социальную сеть. Кто-то присылал по 100 рублей, кто-то присылал такие суммы, там 121 рубль 79 копеек. Но, конечно же, мы благодарны всем, потому что я буду все время повторять, любая сумма имеет значение, и с миру по нитке, и мы сделаем то, что нужно. Параллельно шли сборы помощи гуманитарной, продуктов длительного хранения, средств гигиены, лекарств, одежды. Кстати, еще одна остановка на пути «Графа» будет в Мончегорске. Там тоже волонтеры передадут часть необходимой провизии. Что касается денежных средств, то большая часть суммы была собрана меньше, чем за неделю. Особый благотворительный подход нашли учащиеся и педагоги школы искусств, пригласив на концерт живой музыки всех желающих. Вырученные за билеты деньги также были переданы на приобретение буханки. Сегодня как бы услышат, ну, очень много прекрасной музыки в исполнении как детей, потому что дети не должны быть в стороне. Дети, ну, как бы знают, дети сейчас все грамотные, то есть дети понимают, что они вот таким своим выступлением уже внесут, ну, как бы вклад. Прямо сейчас боевая машина под управлением «Графа» движется на фронт. Земляки искренне желают ребятам сил и удачи.